там минута осталась связи с персоном. Уважаемые коллеги, мне хотелось, чтобы мы вот все под одну гребенку не мели. Разные бывают депутаты, разные бывают руководители местных советов. Я, к примеру, каждую субботу или, если есть возможность, пятницу, без исключения, проезжаю на свою территорию и встречаюсь на своей территории, поэтому мне не надо рассказывать, что там происходит. А если неделя рабочая, я всегда нахожусь там и живу я там, а не в Киеве. Поэтому разное есть. Теперь второй вопрос, Леонид Макарович. Я подписаться готов сейчас все под чем угодно, что ни мэр, ни губернатор эту проблему самостоятельно не решат. Это проблема власти. И давайте, вы хорошую традицию сегодня ввели, вы показали Фаину, как решается вопрос. Вернитесь еще раз через какое-то время, пригласите вот этих представителей власти, и пусть они расскажут, как они решили эту проблему. А теперь я вам скажу, что явилось основанием для того, чтобы эта проблема возникла. 30 секунд. Я должен с ними попрощаться, все. Да, и две спасибо цифры. Большое, Мустафа Наем, и всем твоим гостям. Цифры, спасибо. И это им интересно услышать. У нас в 2008 году мы предупреждали и Тимошенко, и Ющенко, что не надо бездумно подписывать протоколы вступления в ВТО. Я лично выходил на прямую дискуссию с Ющенко и рассказывал по пунктам, что нельзя делать. Теперь дальше. Мы то, что не надо, не подписывали, не рассказывали. Да вы все теперь дальше. В результате этого бездумного подписания...